Здорово, пацаны. Спасибо за 3К подписчиков. Реально молодцы вы, что поддерживаете меня и тому подобное. Короче, по теме. Многие не знали, что у меня аккаунт украли Вита Асала. И потом я решил заново качать на RPL аккаунт, там подали Касал, чисто оригинальский ник там и тому подобное, без Асая и тому подобное. Аккаунт докачал до 5 левела и сразу тоже украли там дом и тому подобное. Я решил забыть на это и не особо переживаю там поебать. Реально, там верты это всего лишь похуй на это. Дело не в этом. И хочу сообщить, что не качайте ничего с амодса. Вот реально там суют стилеры и тому подобное. Особенно файлов General и в оружиях и тому подобное. Не качайте оттуда ничего. Реально, совет этого. Я не хейтю с амодс и тому подобное. Просто данные, блядь, сайт просто там стилеров накидывают. И администраторы пиздят, что они якобы там проверяют на стиле, хотя их, может, и проверяют, но им обманывают. Хочу спасибо сказать Саше Дживеру Метисону за то, что вот зашел, там у меня ВКонтакте полно сообщений, и тут срочно, как будешь тут, отзовись. Короче, я ему написал, он пишет: Али Касала, это ты, наплю, 19 левел. Я говорю: ну это я, но у меня аккаунт где-то уже год назад украли, это давным-давно. Там, вот, братан, тебе подарок. Спасибо реально ему, Дживеру, долгу не остану. Что сказать, пацаны, собираюсь брать на лидерку на новом проекте Advance, по-моему, если, конечно, откроется этот сервер. А так, сам очень мало играю, сижу особо на демпферах, чисто чтобы скилл вернуть. И Сантьяго Веласа возьмет лидерку. И всем спасибо за 3К подписчиков. Реально молодцы вы. Уважаю вас. И, друзья, солю очень мало чего-то, потому что долго не играл сам и так особенно. И тому подобное, ничего нету. Солю там, многие говорят, типа, слей GTA, но я ее давно сливал. Вот в описании будет GTA-шка, там всякие моды, там, не знаю, короче, что у меня есть, я это все залю. Качайте кому что надо, я не говорю, что там приватов, там, клёвый, не знаю, там подобное. Что есть, качайте, может, что-то вы для себя найдете. Всем пока, всем спасибо.